В 2023 году Отечественная пограничная служба отмечает 105-летие. В амфитеатре Черкесска прошло торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику защитников государственных рубежей. Участие в нем принял глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Подробности у Артура Мхце. Тем, кто в разные годы отстаивал рубежи нашей страны, в столице Карачаева-Черкесии в последние несколько дней было посвящено немало мероприятий. Особо стоит отметить открытие аллеи по улице Даватора. Накануне увековечили имена нескольких заслуженных пограничников прошлого. Еще одно торжество состоялось в амфитеатре города Черкесска. Полный зрительный зал, как дань уважения ратному труду многих поколений защитников государственных границ нашей Родины. В день 105-летия службы и 99-й годовщины погрануправления ПУКЧР участие в мероприятии приняли представители руководства республики и региональной столицы. День пограничника – всенародный праздник. Праздник мужества, дружбы и патриотизма. Защита государственных границ – служба сопряжена с серьезной ответственностью за спокойную, счастливую и мирную жизнь нашей страны. Сегодня пограничники продолжают оставаться надежным щитом нашей Родины. Доблесть, отвага и стойкость, качество, которое отличают все поколения сотрудников и ветеранов пограничной службы. Глава республики напомнил о некоторых славных страницах истории пограничной службы и выразил уверенность, что границы России под надежной защитой. В этот праздничный день выражаю глубокую признательность ветеранам пограничных войск, чья жизнь – пример подлинного героизма и доблести для всех нас. Заложенные вами славные боевые традиции достойно продолжают нынешнее поколение защитников границ. Примите искренние слова благодарности за ваш нелегкий труд, за неукоснительное исполнение воинского долга, за мужество и отвагу. В этот день со сцены звучало немало добрых слов в адрес пограничников. Был отмечен труд отличившихся сотрудников. Звучали любимые многими песни. А рядом с амфитеатром любой желающий мог на время почувствовать себя военным человеком, отведать солдатской кашей и узнать, какое вооружение используют сотрудники пограничной службы для выполнения задач различной степени сложности. Артур Мхце, Вести, Карачаево-Черкесия.